развить вот эту мышцу, нужно приучить ее просто находиться в расслабленном положении. Перед сном буквально 3 минутки мы приклеиваем тейп, не нужно абсолютно никакого для этого времени. Привет, моя дорогая, я Дембовская Татьяна, главный тренер студии йоги для лица и кинезиотейпирования Face Studio. И сегодня я вам покажу, как при помощи тейпов ночью, ничего при этом не делая, можно избавиться от межбровной складки. Межбровная складка у нас образуется от чего? От того, что мышца вот эта вот у нас спазмируется. Есть мышцы, сморщивающие бровь, они вот здесь находятся. И мы вот так вот щуримся на солнышке, мы думаем о чем-то сосредоточенном, мы хмуримся. И даже ночью мы этого не замечаем, но наш мозг, он работает ночью. И каждая мысль, которую мы подумали, она тут же отражается в наших мышцах. Нейромышечная связь. И поэтому, если мы будем расслаблять вот эту мышцу, нужно приучить ее просто находиться в расслабленном положении. И в этом случае мы не будем хмуриться, постепенно межбровка у нас уйдет. При этом мы ничего не делаем, мы просто на ночь, у нас есть перед сном буквально 3 минутки, мы приклеиваем тейп, не нужно абсолютно никакого для этого времени, тейп расслабляет мышцу, мышца привыкает к этому положению, и постепенно мы просто вот как эффект ботокса вот получаем вот в этом месте, и нам уже не хочется хмуриться. Смотрите, мы берем тейп, нужно взять полоску тейпа и отмерить вот между взлетами бровей. Мы отмеряем и отрезаем. И разрезаем пополам. Мы разрезали пополам. Сначала сделаем упражнение для того, чтобы расслабить полностью вот эту вот нашу межбровку. Смотрите, нам нужно протопиться, вот поставить пальчики вот так крючочками на зону межбровной морщинки, протопились вовнутрь, то есть нужно теплыми пальчиками вот так вот протопиться во внутренние ткани, не по коже будем скользить, а по глубинным тканям будем на них воздействовать. И вот смотрите, я вам буду показывать, а вы облокотитесь локтями на стол, вот так вот на стол поставьте локти, для того, чтобы не напрягала задняя поверхность шеи, протопились, и вот так вот прокручиваем пальчики, прокрутили, как бы раздвинули мышцу внутри, под пальчиками раздвинули, и теперь плотненько-плотненько протопились во глубинные ткани лба, и вот как вот этот пластилин, мы вот так вот раздвигаем мышцу, мы ее раздвигаем. Опустите голову, поставьте локти на стол и очень-очень медленно мышцу мы раздвигаем. Раздвинули. Посмотрите на себя, уже межбровочка у вас ушла. Сделаем это еще раз. То есть перед тейпированием таким нужно мышцу обязательно подготовить. Мы ее сейчас расслабим и зафиксируем это положение. И сделайте так еще разок. Делайте медленно, вот как в пластилинчик, мы, когда воздействуем на пластилин, мы воздействуем на него медленно, ручками тепленькими, и точно так же на эту мышцу. Вот сделали хотя бы 2 раза, можете для верности делать еще 3-й раз, и теперь мы зафиксируем это положение. Посмотрите на вашу межбровную зону, она должна уже разгладиться. Зафиксируем мышцу. Нам нужно сложить пополам вот эту полосочку, мы ее сложили пополам. И потянули для того, чтобы оторвать бумажную подложку. Вот так вот оторвали бумажную подложку. Смотрите, оторвали. Теперь у нас тейп должен вот так вот свободненько висеть, то есть не растягиваться. Мы растянули уже мышцу и накладываем вот посерединке на эту зону межбровной складочки. Потянули за кожу собственной ткани, вот сюда натянули. И тейп над бровью, прямо над самой бровью мы раскладываем, абсолютно без натяжения. И хорошенько прогладили. На бровь не заходим, а над бровью разложили. И с другой стороны то же самое, собственные ткани натянули, вот так вот натянули. А тейп раскладываем над бровью, абсолютно без натяжения. И вот так вот хорошенечко прогладили. Очень хорошенько, можно еще раз сделать такое же упражнение, и прогладили. Я сейчас возьму другого цвета полосочку, отрежу для того, чтобы было красиво, то есть мы такую же полосочку отрезаем и складываем ее пополам, сложили пополам,
и разрезали. Разрезаем. И смотрите, нам нужен якорь 1 сантиметр. Мы потянули и оторвали якорь 1 сантиметр. Что мы делаем дальше? Нам нужно хорошенько еще зафиксировать вот эту схему, чтобы ночью, когда мы спим, у нас мышца хорошенько расслабилась. И нам нужно вот так вот на переносицу приложить. Мы зафиксируем еще эту схему. Оторвали бумажную подложку, потянули ткани и собственные ткани, а тейп разложили абсолютно без натяжения. Разложили. И точно так же поступаем со второй. Отрываем бумажную подложку, сантиметр, это якорь. Приложили на переносицу наш якорь. На переносицу приклеили. И раскладываем тейп абсолютно без натяжения, симметрично над бровью. Мы нашу зону межбровной складки хорошенько зафиксировали. Вот, смотрите, такая красота. И с такой красотой мы ложимся спать. Во время сна вот наша мышца, она зафиксирована, она будет растянута. Утром вы встаете, межбровочки у вас нет. Но если она у вас слишком уже глубокая, то она, по крайней мере, у вас уже разгладится. А постепенно она все будет меньше, меньше, меньше и уйдет. И у вас уже мышца настолько привыкнет вот находиться в расслабленном положении, что вам будет просто очень тяжело ее хмурить. И вот когда вы сделали такую аппликацию, вы не можете нахмурить лоб. И точно так же, когда вы ее снимете, у вас уже вот этот эффект расслабления мышцы будет оставаться. С каждым днем он будет все сильнее и сильнее. Тейпы приобретайте, конечно же, для лица, для чувствительной кожи. Гипоаллергенные, хлопковые, они дышащие, абсолютно дышащие тейпы. И не приобретайте спортивные тейпы с сильной фиксацией. Для лица они вам совершенно не нужны. Если у вас есть проблема с выбором тейпов, то приобретайте их в нашей студии йоги для лица, Face Studio. Ссылочку я оставляю внизу. И если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Если не понравилось, то поставьте «не нравится». Для меня очень важно ваше мнение. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Под этим видео я оставила ссылочку на другие полезные видео с тейпированием. Есть, кстати, видео с массажем мячиком. Мы мячиком раскрываем лоб, поднимаем глазки, убираем отек из глаз. И потом фиксируем аппликации с тейпами и ложимся спать. Утром встают вот с такими большими глазами, без отеков, красотки, и идем покорять мир. Целую вас и оставайтесь со мной.